Гранта, ласточка моя, Гранта, ты веди меня, эх, вы русские ухав. Приветствую вас на своем канале, меня зовут Митяй. И я хочу вам рассказать про этот автомобиль. Я им владею уже 4 года. Автомобиль прошел 85 тысяч километров. Он у меня когда-то был на автомате. Сейчас уже механика, вот первое вложение. Как вы думаете, хорошо это или плохо? Ребят, владейте автомобилем 3 года. Все-таки, блин, 4 года, это уже много для русского автопрома. Вы будете в него вкладывать и вкладывать бабки. Я вам это говорю. Так вот, я заменил здесь коробку автомат. Поставил здесь обычную механику пятиступенчатую. И сейчас езжу и переключаю эту, блин, коробку туда-сюда, туда-сюда. Вы думаете, я получаю от этого удовольствие? Да хрена с два я от этого получаю удовольствие. Я специально покупал машину на автомате, чтобы ездить, поставил букву «Д» и поехал, блядь. Вот это я понимаю. А это, блин, постоянно туда-сюда, девушку за коленку не взять, блин. Ну что это за автомобиль, я не могу понять. Так вот, что еще я в него вкладывал? Я в него вкладывал очень много уже денег. Я заменил стойки амортизаторов. Я заменил опорные подшипники, которые вы можете посмотреть на моем канале, как я это все менял. И многое-многое другое. Сейчас мне надо еще заменить диски тормозные. Потому что они стерлись, вы прикидываете. Я проехал 85 тысяч, они стерлись. Все, конец. Вот такая вот машина Лада Гранта. Конечно, что я могу сказать? Я ее не хочу критиковать. Это мой автомобиль, и я его обожаю. И вам советую. Конечно, автомобиль, но он очень маленький. Для меня он очень маленький уже стал. С моими габаритами, вы посмотрите, я вешу 100 килограммов. Вы думаете, мне удобно там сидеть? Ну, да, удобно мне там сидеть, я вам так скажу. Удобно, удобно, ну что сделаешь? Конечно, уже сзади никто за мной не сядет. Вот это я понимаю автомобиль. Ну, ничего страшного, я думаю, в этом не происходит. Так вот, автомобиль стоит своих денег, и я вам советую, как начинающему водителю, этот автомобиль лучше него вы не найдете. Здесь уже есть электроусилитель руля, здесь есть ABS, здесь есть еще много всяких вещей, кондиционер и так далее. Так что, если вы рассматриваете этот автомобиль как первый, я вам советую все-таки покупайте Ладу Гранту. Она стоит своих денег. Автомобиль не ржавеет, не гниет. Если вы будете все менять расходники вовремя, масло, вот хотя бы масло, будете заливать свежее в мотор, он у вас очень долго прослужит. Этот автомобиль, ну, создан все-таки для езды. И он меня ни разу не подводил, за что я его обожаю. Это не автомобиль, а сказка, конечно. Сел, завел и поехал, как говорится. Без вложений, без ничего. Но 3 года, я вам обещаю, вы не будете ничего туда вкладывать. 3 года для этой малышки как делать нечего. Вот 4-й год для нее вот и уже начинается целое проклятие. Начинается замена того, замена этого, замена того. Ой, кошмар, конечно, какой-то. Но ничего. Автомобиль все-таки хорош, хорош. Ну что тут говорить? Вы посмотрите на него. Он просто классно выглядит. Так вот, автомобиль не ржавеет. И это доказано мной. Здесь, смотрите, мне в мопедист въехал. И уже прошло больше, наверное, года, наверное, уже 1,5 года прошло, как здесь образовалась щель. И нету сквозной дырки. Это тоже плюс. Мне тут посчитали, чтобы мой автомобиль привести в порядок, да, потому что я попал в аварию там с правой стороны. Мне меняли запчасти, не заводские. Мне поставили туда какие-то непонятные запчасти, которые покрасили. И через 2 года на них начинает просто выделяться ржавчина. Ну, пиздец, ну, ребята, ну, если вы красите по страховке, красьте, пожалуйста, лучше. А не вот это вот, блин, 2 года, все, надо красить заново. Так вот, 40 тысяч мне все насчитали, это крышку багажника покрасить, дверь, крыло и капот. Если у вас есть кто-то знакомый, кто красит дешевле, вы мне пишите в комментариях номера телефонов. Я живу в Воронеже и буду очень-очень благодарен вам. Так как я парень молодой и хочу знакомиться с девчоночками, я взял, затонировал свой автомобиль.
передние окна, задние окна, чтобы ехать и получать удовольствие, когда ты там сидишь с девчоночкой. Ну, вы сами понимаете, о чем я. Но запомните, у вас Лада Гранта. Здесь ни одна телочка вам не даст, как говорил великий Жорик. Вожу итоги. За 4 года владения этот автомобиль меня ни разу не подвел. Я ездил и в Сочи 2 раза, в Геленджик сначала, потом в Сочи. По городу катался, в деревню катался. Да очень много я где был. И он ни разу меня не подвел, он ни разу нигде не сломался. Это, конечно, большой-большой плюс этому автомобилю. Но то, что надо спустя 4 года в него уже вкладывать больше и больше средства, это, конечно, большой минус. Ну, мне кажется, конечно, иномарки, они все-таки подольше ходят, чем 4 года. Тоже вот стойки, да, амортизаторы, блин, все говорят, они 200 тысяч ходят. Ни хрена они 200 тысяч не ходят. У меня 80 тысяч, и они все потекли. Вот такая вот вещь. Машина, конечно, хорошая. Что тут говорить? Это уже лучше, чем всякие Жигули. Еще там девятки, 99-е. Если вы думаете покупать себе этот автомобиль или рассматриваете его как первый автомобиль, я, конечно, советую. Здесь уже удобство есть, электроусилитель руля, где вы можете крутить руль, не напрягаясь. Да? Очень хорошая вещь. Также здесь есть АБС, кондиционеры. Конечно, автомобиль мне очень-очень нравится. Единственное, он слишком компактный, да? По сравнению с моей комплектацией, да, он для меня очень маленький. Ну, я думаю, это не такая проблема. Для девушки, для парня молодого, худенького, он подойдет. Но я уже немножко вырастаю с этого автомобиля, и мне нужен уже более такой большой автомобиль, кроссовер какой-нибудь, внедорожник. Хочется что-то уже такое, солидное. Просто уже и возраст не тот, чтобы ездить на дешевых русских машинах. Хочется что-то новое, хочется что-то такое вот, чтобы сел и почувствовал себя как-то более уютнее. И еще здесь очень-очень большой багажник. Я уже показывал, можете на 3 года посмотреть владение, как я в него залазил. И он очень большой и вместительный, да, по сравнению со всеми тоже иномарками, там, Мазой тройка, еще с каким-то. Там узенький проем, здесь уже проемище, так проемище. Открыл багажник, блядь, захерачил туда мешок картошки и поехал дальше тусить, да. Съездить куда-нибудь на дачу, съездить куда-нибудь там по делам. По телочкам этот автомобиль уже, извините, он не прокатывает. Потому что телочки, вы сами знаете, они не дуры, чтобы вестись. И вам ни одна телка не даст в этом автомобиле, конечно, это 100%, блядь. Ну, если она не ваша жена или там еще подруга, которую вы давно уже встречаете. А так просто вот, встретил девушку, да, не получится ничего, это вот 100%. Если у вас был Mercedes, BMW, Audi, большая тройка, так называем, то да, тут уже можно было что-то подвигаться. Поэтому эти автомобили и любят молодежь. BMW, Mercedes, Audi. Классные машины, что тут говорить. Подходит время прощаться. Все, кто смотрел, молодец. Меня зовут Митяй. Всем удачи и всем пока. Гранта, ты веди меня, эх вы русские ухабы без дороги.